Доброе утро всем, кто нас видит, а это прежде всего наши подписчики в группах ВКонтакте и Фейсбук, а также зрители сайта 1обл.тв, и сегодня мы говорим о теме добровольного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. Закон есть, появились пилотные регионы, где эта вещь тоже может появиться со строчкой в квитанциях, да, такая история, и у нас в гостях эксперт, директор агентства страховых услуг Ярослав Королёв. Очень приятно. Доброе утро, слушатели. А, начнем вот с чего. Есть такое мнение что страхование жилья ⁇ это одна из наименее востребованных видов услуг у нас в России. Это действительно так? Да, ситуация со страхованием в России даже печальнее, чем в бывших союзных республиках и странах Восточной Европы. Регионы пилотные, которые появились в законе, там в основном Сибирь есть, Урал, вот этот пул регионов, он действительно нуждается в том, чтобы там такая история появилась? Я бы из этого пула регионов убрал бы Московскую область, потому что в Москве этот проект уже очень давно действует, а добавил бы как раз очень регионы, у которых постоянно происходят какие-то либо чрезвычайные события. Ну, я бы отнес бы сейчас Пермский край, ближайший, что, по моему мнению, э, из, из того пула, которому понадобится. Свердловская, Тюменская область, э, ну, отчасти, да, Тюменская область не менее э, чрезвычайно опасная. Mm -hmm. Но если углубиться в причины и основы вот этого законопроекта, он вообще назрел и необходим был? Потому что сейчас пока дискуссии очень огромные. Я считаю, что это просто такая сейчас идет политика, что государство хочет защитить свой и так очень маленький бюджет и таким образом просто переложить на плечи граждан ту заботу о своем жилище, о котором они и реально должны заботиться, потому что в советское прошлое уже очень давно было, когда мы привыкли, что каждый, кто пострадал, нам помогал коллектив, предприятие, профсоюз и так далее. Сейчас государство нам предлагает то, что что если у тебя есть имущество, ты его можешь добровольно застраховать на ту сумму, которую ты считаешь нужным. И, либо ты можешь с помощью государства восстановить имущество в случае чрезвычайной ситуации. И тут будет уже государство смотреть. Если ты хоть чуть-чуть участвовал в защите своего имущества, тебе будет выплата. Не участвовал будет по остаточному принципу, я так считаю. Смотрите, то есть пора начинать думать э, не о социализме, а о капитализме и заботиться о том, что вокруг тебя, и то, что принадлежит тебе самостоятельно. Уже пришло, видимо, время, да? Все верно. Началось это софинансирование пенсий, сейчас медицина и то, жилье и также коммунальные расходы мы несем в полном объеме. Поэтому чистый капитализм под соусом социализма. Понятно. А, смотрите, условия, пока которые звучат, это все на добровольной основе, появится в квитанциях, человек может платить или не платить, а нет ли риска того, что это будет уже добровольно принудительная, а потом обязательная история, ну вот как у нас сейчас с капремонтом, например, происходит? А, по проекту то граждане могут в любое время а, оплатить строчку в квитанции, она будет годовой платеж будет разделен по месяцам, то есть как только они оплачивают, вступает э, договор присоединения к коллективному договору, я так понимаю, страхование. и э, квартира будет застрахована ровно на один месяц. Далее, если не хочет платить, он просто не оплачивает эту строчку. Удобно будет, допустим, для тех, кто уезжает в отпуск, да? так он абсолютно уверен, что ему, его жилью ничего не угрожает. А если уехали в отпуск, они могут просто одну, эту строчку оплатить, и обратно будет действовать договор. Фактически, учитывая объем домохозяйств, учитывая вопрос с персональными данными, я даже не представляю, как быстро все это будет запущено, поскольку это, такой массив информации будет передан в страховые компании. Во-первых, вопрос стоит как? Какая будет компания обслуживать наш регион, который участвует в программе? Допустим, в Московской области, в городе Москва, там каждый округ разделен на страховую компанию, которая обслуживает именно один из округов. Их там, кажется, 8 участвующих в этом конкурсе по страхованию жилья. Как будет здесь проходить по территории всей России, вообще непонятно. То есть понятно, что есть у нас пару компаний, которые имеют государственный капитал и которые являются лидерами на рынке. Но опять же, эти компании, они и самые неповоротливые, самые негибкие в плане обслуживания физлиц, поскольку они ориентированы в основном на страхование юридических лиц. Такой момент. Ну, доли пока прописаны в законе, сколько будет отдаваться на страховщиков, сколько на бюджет, если какая-то чрезвычайная ситуация пойдет. И когда закон заработает в полную силу и в реальном масштабе уже будет действовать, как вам кажется, сколько будет участия государства на самом деле, а сколько страховщиков, если какие-то будут ситуации происходить? Ну, надо еще обратить внимание, что э, здесь будет как раз... Э, создаваться резервный пул через национальную, э, пер, национальную перестраховочную компанию. То есть эти деньги не пойдут страховым компаниям в доход. Они будут брать себе лишь только расходы минимальные, порядка 5%, что сейчас даже по ОСАГО э, там 22 и, э, и более процента идет им чистым, но ну, там и различные другие расходы. Здесь в данном случае будет формироваться большой ре резерв как вот сейчас допустим страхование опасных объектов также э, на случай вот таких непредвиденных ситуаций далее эти деньги будут накоплены и они будут участвовать вот именно в помощи э, при выплатах э, пострадавшим в целом э, планируется что примерно 20 процентов это страховое возмещение и 20 э, и 80 процентов будет доплачивать бюджет. Угу. А, вот давайте на примере этого года катаклизм, который произошел в Иркутской области, очень много жителей пострадало, наводнения лишили своих домов. И я вот в этом контексте хочу у вас узнать, а стоит ли добровольное страхование а, и участвовать в этой программе вообще людям просто с квартирами в многоэтажных жилых домах, или это больше история для частных домовладений? Вообще стоит, поскольку цена страхования, она зависит именно от возможных рисков. Квартира это минимальный риск и, соответственно, то есть можно брать просто простую арифметику. За тысячу однокомнатную квартиру, за полторы двухкомнатную квартиру и трехкомнатную там за 2-300 две, две можно застраховать в год. от крайних рисков. Крайние риски — это потеря жилья. Чтобы э, закон подразумевает, что в первую очередь э, страховать все остальное, граждане могут добровольно застраховать. Это, это отделка, домашнее имущество. Вот. Сейчас э, получается так, что э, большинство э, квартир новых, которым менее всего э, угрожает опасность, они страхованы по ипотеке. Частично эти квартиры уже и так защищены. Но граждане почему-то у нас э, всегда уверены, что у меня э, Э, Застраховано по ипотеке и квартира защищена. Фактически, это только защищен банк, потому что он за ваши деньги застраховал свой риск. Сам э, владелец жилья, который еще, который еще в ипотеке, э, никак не защищен. Ему также я бы порекомендовал достраховать до полной стоимости рыночной его квартиры, хотя бы на крайний риск, потому что э, взрывы э, газа и различные другие ситуации, которые Да все, что относятся не, быть, да. не к терактам, они могут происходить uh -huh. все равно. Игорь Юргенс Всероссийский Союз страховщиков, называет сумму 300-350 рублей в год. Это от чрезвычайных ситуаций страховка. Мы вот уже начали про деньги говорить. Сумма, которая он звучит, она вообще реально будет, потому что строчки, страховщики, называют другие. У нас есть Министерство финансов, они тоже свои суммы называют, пока в общем разброс цен очень большой. Опять-таки, когда это заработает, какой сумме мы примерно будем двигаться? Сейчас э, практика в Москве, рубль 87 с квадратного метра берут. Но ну, это, я так скажу, что таких денег хватит именно на э, строительный ремонт. Вот как квартиру покупаешь на новостройках, вот такого уровня можно и отремонтировать. Э, все, в, э, все в своих руках, так сказать. Что, каждый э, зависит... Ну, каждый... Владелец жилья он может достраховать до той суммы, на которую он считает нужным. Это им, в этом ему помогут представители страховых компаний. А так я бы то, видел бы, что даже 30 рублей э, с однокомнатной квартиры в месяц ⁇ это сумма э, в масштабах всей страны достаточно для формирования резерва. Поскольку мы понимаем, что это, эта сумма будет э, помогать только в крайних рисках. Если мы рассматриваем ситуацию, которая сейчас происходит в Челябинской области, как вы считаете, жители нашей нашего региона будут ли готовы платить? И интересен ли будет им этот проект? Ну уже практика была. Одна из челябинских страховых компаний делала, вносила строчку в квитанции, правда недолго, потом вмешалась прокуратура, наказали. Опыт, практика показала, что больше потратили денег на внедрение, чем получили э, сборов от этого страхования. Поскольку у нас, э, к сожалению, к страхованию относится как к принудиловке. И э, вот просто так граждане, большинство, я думаю, просто подмахнет галочку в квитанции и оплатит, не заметив это, что даже застраховано. Вот просто так, чтобы поставил, я вот в это не, не уверен. Нужна активная... Э, популяризация этого э, закона, объяснение гражданам, э, что они получат взамен. А вот давайте в этом немножко и разберемся. Как правильно людей-то мотивировать, что это важно и необходимо сейчас? Вот как им объяснить? Потому что про капремонт, если честно, например, объяснили, ну, серединка на половинку. А вот что здесь-то? Знаете, вот э, за один след страхования я вижу, что единственный пример, который хорошо мотивирует э, наших граждан, это когда у соседа произошло какое-то чрезвычайное событие. Если этот сосед получил э, деньги с страховой компании, все, ближ, вокруг все соседи идут страховаться. Если не получил, то плохо. Поэтому вот пока гром не грянет, в России мужик не перекрестится. Это вот поговорка была, и она и будет. То есть вот по-другому показать, что что-то произойдет, вам помогут. Никак. Не вижу. Возможно, просто в нас не верят. Хорошо, вот ваши коллеги по цеху какие-то варианты предлагают, ну, потому что... Или вот вообще неразрешимая задача, чтобы вот человек пришел и его убедить и показать, что сейчас это, ну, крайне важно. То есть вообще это, это логический тупик какой-то. Ну, и понимаете, вот здесь для страховой компании технически будет достаточно сложно каждого убедить, потому что у них нет доступа к персональным данным. Да? Соответственно, это только со стороны государства должна быть активная разъяснительная работа. И я бы сказал, что наши вот граждане, в первую очередь, я уже повторюсь, что они бы указали бы они бы согласились бы страховаться именно э, по незнанию. То есть галочку подмахнул, зарегистрировался просто так добровольно, да не более 5%. Вот уверен. Потому что то зачем это нам нужно? Это все обман, э, никогда никто не выплачивает. У нас вот такое отношение вот всегда было, будет, пока э, не будет вокруг какого-то примера положительного. Хотя он, с одной стороны, для нас положительный, может быть, для пострадавшего. горестно на этот пример. Но вот не знаю даже, как можно замотивировать, потому что у нас государственным структурам, коммерческим структурам, страховым компаниям очень большой уровень недоверия. И это все исходит именно из-за проблем со САГО. Это тоже, кстати, такой же был навязанный, по мнению многих, вид страхования, который показал всю сущность страховых компаний ну, в кавычках. Но давайте буквально последний вопрос Вернемся к тому, с чего мы начали Вы пояснили эту историю Как оптимизация бюджетов ну, для разных регионов Вот вроде бы они наверху думают о том, что нужно бы привлечь страховщиков в эту историю, где-то сэкономить самим. А почему тогда, когда законопроект принимается, вот эта история не продумывается и целостно людям не подается, чтобы ну, показать, что это важно, чтобы потом самим от этого выиграть? Почему вот так хаотично пытаются сейчас где-то внедрить, как она пойдет, непонятно, и, и видимо, забуксует, возможно, где-то? Вот почему? Ну, Столько уже. много вопросов без ответов. Во-первых, у нас Государственная Дума три года только думала, каким образом нам сделать компенсацию, выдавать деньгами, либо социальное жилье пострадавшим выдавать. То есть проблем и так в стране много. И вот на эту проблему обратили внимание вот именно после последнего чрезвычайных событий в Иркутской области. До этого все молчало и никто не подпинул, потому что реально в стране проблем очень много. Вот я считаю, так, завтра будет какая-то другая э, ситуация в стране, все кинутся, и, и журналисты, и депутаты, и общественники, обсуждать эту. И опять могут забыть. Такое, такая пробуксовка очень часто встречается. Ну, вот буквально 30 секунд у нас остается. Опять-таки, ваши коллеги в Челябинске, Челябинской области, они э, солидарны с вами, что будет небольшой процент? Или у кого-то есть оптимистичные какие-то планы на вот счет, если все-таки добровольное страхование э, появится у нас в Челябинской области? ни одного, не знаю, представителя страховой компании, который видел бы большой поток клиентов. Опять же, как он может рассуждать? Мы даже не знаем, какая компания будет обслуживать, когда это начнется в Челябинской области. Просто нужно понимать, что сейчас в стране ситуация такая: каждый отвечает за себя. Вот и помощи ждать со стороны достаточно долго, тяжело и Гарантий нет, что тебе помогут. Вот на такой минорной ноте, к сожалению, мы заканчиваем нашу трансляцию. У нас в гостях был директор агентства страховых услуг Ярослав Королев, и обсуждали добровольное страхование жилья от чрезвычайных ситуаций, пока в Челябинской области эта история не введена, но возможно будет. Всем спасибо.